Подрядчик с начала декабря приступил к работам в промзоне на Толмачева до пересечения с улицей Новоселки. В данный момент там ведутся работы по установке опор уличного освещения. Планируется, что освещать данный участок дороги будут 32 светильника на, соответственно, 32 опорах. Протяженность изолированного кабеля составит 1,5 километра. Работу выполняет победитель электронных торгов – фирма «Сеть стройэксплуатация». Сумма контракта составляет 3 307 629 рублей. Эти средства идут из городского и областного бюджетов. Все работы должны быть завершены до 15 декабря. Гарантийное обязательство подрядчик несет в течение 3 лет. Напомним, еженедельно городская администрация мониторит качество уличного освещения. Заявки и обращения жителей на проблемы с наружным освещением принимаются как на портале «Добродел», так и по звонкам в администрацию и в ЕДДС. Устраняет неисправность подрядчик «Пушкинская электросеть» 3-4 раза в неделю.